Гребенщик ветвистый, известный под названием соляной кедр или бисерник ветвистый. Это такое древенистое растение, которое выращивается во многих климатических зонах. Листочки у него похожи на тую, но цветы его имеют вот такой насыщенный, красивый фиолетовый цвет. Растение имеет слегка уловимый аромат и размножается черенками, которые должны постоять немного в воде и дать корни.